Здравствуйте, Снежана, 28. Олечка, спасибо за сердечко. Виталий, 38. Есть ли будущее в отношениях? Сейчас сори. Да, есть, но вам Виталий сам выйдет на связь через полтора месяца, правда. Вот. Ну, будущее есть, но у Виталия много сомнений. Как бы, и тут, чтобы я вам дала совет, вот Оля 58 написала, ваш совет, нужно сформулировать задачу. Я работаю именно так. Нужно поставить задачу. Если вы ставите конкретную задачу, вы получаете обратную связь. Без абстракции, знаете, без вот этих вопросов, что меня ждет и буду ли я счастлива. Конкретно. Что ждет с Васей, что ждет с Петей, что ждет на работе. Конкретный запрос. Только так. Потому что, ну, как бы, когда ты работаешь в онлайне и очень быстро, когда нужно, ну, прям сразу дать какой-то ответ на какой-то конкретный вопрос, он должен быть максимально конкретным, честным. Вот как бы и с доверием, потому что если нет доверия, это все бесполезно, это все ерундистика будет. Здравствуйте, Юля, 22, беременна, как пройдут роды, все ли будет хорошо, чувствую, что рожу раньше. Вы правильно чувствуете, вы действительно на 10 дней родите раньше срока, который вам поставил врач, но роды пройдут хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, я постучу по дереву, я вас не сглажу ни в коем случае, все у вас отлично пройдет. Ну просто да, это будет действительно раньше срока. С какого месяца будем жить вместе? Гванца 45, Николай 44. Но это только в конце сентября, в начале октября. Раньше вы никак не можете жить вместе. Это очевидно. Жавахир 26, если чувство Дона 32, когда будет встреча? Ну, чувство есть, но я пока встречу не вижу. Ой, Анюшка, спасибо. Ну, встреча что-то отложится на месяц, наверное, где-то так. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, хорошо ли пройдет у меня беременность и роды? Дарья, 24, отлично все пройдет, и беременность и роды, все точно, в срок, без осложнений, и это еще не последняя ваша беременность, не волнуйтесь. Оксана, 32, я смогу похудеть, наладится жизнь к лучшему, конечно, я запущу целый проект серьезный, я потеряла 50 килограмм за год. Есть нюансик, я сейчас восстанавливаю кожу, потому что, ну, конечно, кожа растянулась, это минус. Но 50 килограмм, то есть с L-ки размера на XS, ну это колоссальная разница в одежде, в фигуре, во внешности. То есть ты молодеешь, ты ДНК восстанавливаешь. Я отдельно посвящу этой теме, мы будем очень много об этом говорить. И тут целая программа есть, начинается она с головы. Если голову не чистить, вы не похудеете, какие бы методы вы ни применяли. Тогда, если вы голову не чистите, вы знаете, как будете плавать? Вы будете скидывать, потом снова возвращать, скидывать, возвращать. Наверняка у многих такой опыт есть, кто пытался скинуть килограммы, но при этом ментально не занимался своей головой. Что, если вы хотите похудеть, начинается это с головы, с нашего мозга. Это основа. Но это я уже отдельно буду разговаривать, объяснять вам, как вот я лично сбавила 50. Никакой резекции желудка я не делала. Это неправда. Ничего не собираюсь никаких операций делать. Ни в коем случае. Да. Даша, заметьте, Даша, 33, что у меня со здоровьем, сердцем. Вот я уже отвечала. Давайте я обновлю. Мирослава тут мне написала, а я не успела. Вы видите, у меня что-то убежало ваше сообщение. Сейчас посмотрю, подождите, я вот как раз... Ну, много пишете, поэтому я могу не увидеть какие-то сообщения. Не потому что не вижу, а потому что, ну, так. Мирослава, 40, купить машину, я к скорой. Петя Марьяна, 31. Вы купите, Мирослав. Мирослав купит машину, да. Скоро, в течение 2 месяцев он купит. Марьян, да. Светлана, 50, сыну 23. Во сколько лет женится? Останется ли он в работе в Европе? Заметьте, он останется работать в Европе, а женится в 26 лет. Он не готов ни к браку, ни к семье, но это вы без меня знаете. У него сейчас нет женщины, которая будет его женой. А вообще, я могу имя сказать, если хотите, Лена, на будущее невестка ваша. Ну, рано, куда ему еще? 23 года только. Анна, 37, найду ли своего мужчину? Да, Володь зовут, 40 лет, разведен, есть дочка. По переписке познакомиться, какой-то сайт. Не знаю, название сайта не могу сказать, но точно знаю, Михаил, спасибо за сердечко, что это какая-то интернет-история, а потом вы разовьете это в отношения. Ну, так это будет. Здравствуйте, Иванка, 29, Юрий, 30, пауза наконец. Иванка, ну, конечно, пауза. Он не может без вас, он вас любит, но он истеричка по характеру. Ну, где-то недели две еще эта история непонятная будет, а потом помиритесь. Блин, истеричные мужчины – это катастрофа, конечно. Но таких очень много, на самом деле. Ну, тут уже вот Ольга, 58, что стоит на пороге у меня? Переезд у вас на пороге. Ну, я же не гадалка, поэтому чуть поконкретнее, знаете, вы спрашиваете. Дашенька, моя любимая, заметьте, Султан, 25,
помириться с Хиджамол 23 или уже говорю, помириться, вы же меня уже спрашивали. И я вам говорила, что примирение очевидно, да, конечно. Так, Татьяна, вы очень хорошая, спасибо. Виктория 44, Владимир 34. Он хочет видеть меня, любит, скучает, блин, зайка. Он, конечно, хочет вас видеть, но я не вижу какого-то будущего, кроме любовных отношений. Ну, в принципе, это тоже неплохо на самом деле. Ой, спасибо за бабочку, Мэри, как приятно. Мне сегодня вторую бабочку такой дали. Первый раз такой подарок новый появился какой-то в ТикТоке. А, так, Дашенька, какие чувства у Сергея 40 и не 37? Он хочет быть со мной, да, он хочет с вами быть, но он тоже не совсем свободен, есть нюансики. Иночка, он построит с вами отношения, но тут нужно обладать терпением. А, ну, такое себе терпение, полгода его нужно будет сохранять, чтобы у вас сложились отношения. Но, по идее, все должно быть хорошо, не переживайте. Ой, спасибо за сердечко, Гетти. Нура, ой, Анечка, спасибо за сердечко. Нура 37, что ждет на работе, ставит на зимний период. Оставят на зиму. Но у них вопросы, у них вообще там работы мало будет. Ну нет, они вас оставят. Но они как-то вот условия работы могут изменить, но они вас оставят с измененными условиями работы. Наверное, это будет более точно. Вот так бы я ответила. Милая Дашутка, Юра 34, Михаила 31, когда найдется квартира и что ждет в ближайшее время? А, вы знаете, я пока не вижу, что прямо сейчас это решится, Михаилочка, дорогая моя, но в ближайшие 2 месяца вопрос будет полноценным образом решен. Просто здесь нужно время и терпеть. Так в целом все должно сложиться. Дашенька, милая, скажите, Людмила 46, выйду ли я замуж за Михаила 43? Когда? Стучу Португалия. Да, вы выйдете замуж за Михаила. Оленька, спасибо за сердечко. Ну, а ваш официальный брак только в течение 5,5 месяцев. Нужно подождать. Ваш Михаил серьезен, он действительно готов к семейной жизни, и он конкретно ищет женщину для создания семьи, только ему нужно время и терпение для всех этих событий. Я думаю, что это совершенно нормально. Здравствуйте, когда будут новые отношения? Наталья 41. А вот буквально в ближайшие полгода как раз и будет как бы нормальные полноценные отношения. Ну, он моложе, ему 38, Владимир. Здравствуйте, Дашенька, Юля 22, Иван 23. Состоится ли поездка на море этим летом? Как пройдет? Да, состоится поездка, пройдет отлично, все будет хорошо. Дашенька, скажите, пожалуйста, Наталья 35, когда встреча мужчины для семьи, дети? Ой, Наташа, Дима у вас по судьбе, ему 32 года, познакомит вас какая-то Лена, вообще подруга. Но это только через год, это не ближайшее время. Прямо сейчас я этого не вижу пока. Елена 36 и Александр 37, когда наладятся отношения? В течение месяца. Но вы ссоритесь, ругаетесь. Я бы, знаете, как сказала вот про вас? Милые бронятся, только тешатся. Ой, бабочка подарила Мэри, спасибо. Приятно. Яна 26, будут перспективы на работе и... Или придется искать новую работу в дальнейшем? Блин, Ян, вам придется новую работу искать, вы точно не останетесь. Но это очевидно. А там никто не заинтересован в том, чтобы вы остались. Ну и даже дело не вас, это вообще такая странная история. Может, это и к лучшему. Оля 33, причины сбоя гормонов по-женски. Гормональный сдвиг у вас связан со стрессом. Вы пережили его полгода назад, а это последствия. Но то есть видите, как важно психическое наше здоровье. Эмоциональное наше здоровье – это такой момент достаточно серьезный. Так, вот что-то. Так, Дашенька, заметьте, Екатерина 21, что ждет на работе. В работе стучу, дарю подарки, вы не замечаете. Ну почему, Катюш, я вас заметила? В работе будет карьерный рост, но это все время терпения. То есть, ну как бы рассчитывать на ближайшее время это не получится, полгода где-то в среднем. Я, кстати, обновила сейчас сообщение, чтобы ну, увидеть побольше новых сообщений у вас. Ирина 1, 7, 85, когда смогу забеременеть, смогу выносить, кто когда будет, спасибо. Вы родите мальчика, но через полгода. И забеременеть, выносить ребенка вы тоже сможете не раньше, чем через полгода. Это не будет в ближайшее время. Здравствуйте, Анастасия 26, Геннадий 30, пара. Перспектива отношений. Ой, спасибо за такой прекрасный венок. Перспективу отношений вижу. И вижу, что семья, вижу, что двое детей будет, и что квартирный вопрос решите. Но это все на несколько лет вперед. То есть как бы в глобальном смысле вы действительно по судьбе. Вы являетесь вторыми половиночками друг для друга.
Заметьте, пожалуйста, Дашенька, посмотрите, пожалуйста, Марина 27, что меня ждет с Геннадием 27. Официальный брак, двое детей. Вы по судьбе, вы вторые половиночки друг для друга, вы даны Богом. Это прям очевидно. Дашенька, умоляю, скажи, пожалуйста, сын Роман 26, Екатерина 24, когда будет брак и беременность? Ух, ну, брак я вижу только через год. С Катей все сложно, она будет выносить мозг. Но через год также и беременность, там девочка родится. Сложная невестка у вас, я вам так скажу. Стучу, поделился, Сердар 31, уеду ли я за границу, Туркменистан, да, вы уедете за границу. Но вы же запланировали. Но тут очень много нюансов, и по деньгам тоже не все идеально. Но тут, это получается, наверное, месяца 4-5, это не ближайшее время ваша поездка за границу. Так, Тамара 28, что ждет в ближайшее время, личная жизнь одна. Но там будет мужчина, Леша. 31 год, с ним будущее, официальный брак, две дочки. Но это все не сейчас, это год и 3 месяца нужно подождать. Но вам так предначертано. Вы не думаете, что это я вот сижу и раздаю, кому там через сколько выйти замуж там. Все-таки я не Мойра, я не богиня судьбы. Я всего лишь констатирую факты того, что должно происходить. Давно пишу, Вика, 29, какие чувства, намерения у Жени, 37. Он не знает сам. То он хочет семью, брак, отношения, то потом почему-то в кусты прячется. Дайте ему время, он еще не созрел. Это такой человек-маятник. И для того, чтобы созреть, ему нужно больше терпения и времени. А вам как минимум месяцев 7-8 ожидать, когда, наконец, ваша вторая половинка определится и созреет на вот именно те отношения, которые вам так нужны.